1922-м Платонов женился на сельской учительнице. В эту субботу пройдет тотальный диктант. Проверить себя на грамотность и знания русского языка может совершенно любой. Тексты для массовых диктантов составляли уже многие. Прилепин, Стругацкий, в этот раз писатель Алексей Иванов. По его книге был снят фильм «Географ глобус пропил». На самом деле там не текст диктанта, а список моих пожеланий на день рождения. Оно все-таки у меня в субботу. И даже здесь ошибок очень много. Это тройка. Да ладно, у меня все-таки день рождения. Ну, 4 с минус. Одну запятую прощу. Вот это другое дело. Один из пунктов моего длинного списка – автомобиль. Но друзья вряд ли его подарят. Зато организаторы гонки внедорожников разрешили покататься вот на таком русском джипе. Это «Волкодав». Он полностью переделан, но не для участия в гонках. Это судейская машина. Все те, кто был на предыдущих гонках, сразу вам скажу, это будет не похоже на предыдущие. Смотрели, как делают Топ Гир, вот, как делают в Ивано-Франковске на Украине были что-то похожее. Но были моменты, которые не очень мне понравились. И мы решили их сделать, на свой взгляд, более зрелищно, более динамично. Для всех любителей фильма «Стиляги» и подобных кинолент в эту субботу в кафе «Блюз Хаус» концерт столичной группы «Diamond Hand», что в переводе «Бриллиантовая рука». Классическая рокобили во всей его красе.